Улица Крымская. Специальная машина собирает мусор. Вместе с ним в кузов отправляются бутылки с водой. Негласное правило – на этом месте нельзя парковаться. Выставляют бутылки пятилитрушки, чтобы забронировать себе въезд-выезд. Мы их вывозим с периодичностью, то есть ежедневно с утра. Забираем эти бутылки, пустые тары, либо что выставлено, даже баллоны бывают выставляют. Какие? От машин мы использованные баллоны. Вода чистая, иногда подкрашенная. Анапчане импровизируют. Есть те, у кого дворовая территория занята гостиничными номерами, а парковаться нужно не только самим, но и держать место для гостей. Только основная проблема в том, что частная земля заканчивается ровно за забором. За ним пешеходная зона, муниципальная территория, как и газонная часть. В конце прошлого года муниципальный совет принял постановление, согласно которому на таких территориях запрещается установка любых ограждений. Управление муниципального контроля и управление жилищно-коммунального хозяйства сегодня ведут конкретную работу по демонтажу данных ограждений и конструкций. А также мусороуборочная компания будет собирать все пластиковые бутылки, которые сегодня портят красивый вид нашего города. Один из дворов в центре города. Представители территориального общественного самоуправления признаются, что сами еле сдерживаются, чтобы не установить несколько парковочных барьеров. На совете жители решили, что часть мест будет закреплена за инвалидами, однако по факту они всегда заняты. Кто-то приезжает на работу, кто-то по делам, есть и автомобили отдыхающих. Например, как вот Кисловодск я был, там в город не заедешь, за городом стоит бесплатная это автостоянка, подходит туда такие чартерные маршрутки и забирают людей определенно через каждые полчаса. Вместе с тем, достаточно часто бутылку с водой или иной вариант можно увидеть напротив ворот частных домов. Парковаться там, как и у любого другого выезда, запрещено правилами дорожного движения. Тем не менее, собственники страхуются. Возможно, если хозяева, соседи и гости начнут больше думать об интересах друг друга, сама собой отпадет необходимость и в ухищрениях, а возможно даже и в таких вот надписях. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.